Гости моего канала, здравствуйте! Готовим сегодня салат. Для этого салата нужна именно белая фасоль. Или отварная заранее, или баночная консервированная. Фасоли нам понадобится 200 граммов. Отварной свеклы 200 граммов. Также понадобится свежий огурец, тоже 200 граммов. Пару палочек сельдерея, 60 граммов, и одна средняя луковица. Приправлять мы будем заправкой из растительного масла, сушеного чеснока, лимонного сока, черного перца и соли. Нарезаем сначала лук. Режем пополам и нарезаем полукольцами. Полукольца рассоединяем, складываем в тарелочку. Заливаем горячей водой, даем ему постоять. Это уберет горечь и остроту лука. Нарезаем сельдерей наискосок. Складываем в тарелочку. Отставляем в сторонку. Теперь берем терку вот с такими зубьями. Огурец натираем на терке. Друзья, мы сегодня берем именно свежий огурец, выкладываем на тарелочку и присаливаем и дадим ему постоять. Лишняя влага выйдет, и огурец наш будет, после того как мы его отдавим, очень хрустящим. Теперь натираем отварную свеклу. Натираем на этой же терке. Натертую свеклу выкладываем в тарелочку. Отставляем в сторонку. Берем половину лимона и выдавливаем сок. В пиалу выливаем растительное масло 100 мл, 1 чайную ложку молотого сушеного чеснока, черного молотого перца, половина чайной ложки, лимонный сок выдавленный, половина лимона. Отсаливаем. Заправку хорошо перемешиваем. Надо, чтобы растворилась соль, смешался сушеный чеснок, черный перец, лимонный сок и растительное масло. Заправка наша готова. Огурцы постояли, мы их процеживаем. Убираем лишнюю влагу. Процедили и отдавим их от лишнего сока. Отдавленные огурцы выкладываем на тарелочку. Теперь, друзья, просушиваем лук. Он отдал в воде всю горечь и остроту. Выкладываем в сухом виде в тарелку. Ну и теперь собираем наш салат. По центру мы выкладываем фасоль. Фасоль мы собираем в кружок. За фасолью выкладываем немного сельдерея. За сельдереем выкладываем лук. За луком идет огурец. Следом за огурцом выкладываем свеклу. Нам осталось салат приправить. Перемешиваем заправку и сверху поливаем на фасоль, на сельдерей, на лук и на свеклу. Друзья, наш салат готов. Подаем его на стол и кладем 2 ложки. Перед употреблением все смешивается на блюде и пробуем наше блюдо. Эффектный, вкусный и полезный сегодня салат приготовили мы с вами. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока.